Game over. Всем привет, друзья, с вами Александр, мы продолжаем выживать. Что ж, посмотрим, что мы сделаем сегодня, что же нас ждет этой ночью. Так, что там с Катей? Катя, давай быстрее. Быренько. Смертельно ранена, бедняжка, вообще жесть. Дружачок. Так, что у нас по из еды-то? Тушенки, конфетки. Короче, не густо. Жратвы не густо. Так, бедолага легко ранен, печально, сильно устал. Удивительно, что он еще не умер. Он столько раз в спину нашмаляли очередей. С удовольствием бы он поел. Все мы хотим есть. Что поделать? Не всем суждено отобедать. Так. Ну-ка, чем что-нибудь еще, может, не хочешь? Да иди отдохни. Экс. Что такое? Своим игрушкам. Грэмпа. Грэмпа. Так, мы маленечко себе перетянули кровопотерю. Давай, накормим ее. Блин, если еще мы ее потеряем, это будет жесть. Только мы вроде худо-бедно стали разрастаться, несмотря на все про все. Сигаретки у нее кончились. Иди погрызи маленько. Придется пацка пока без еды оставить. Нет выбора. Так. Иди покачайся. Что, дедуль, конфетки перекинулся, да? Ну ладно. Надеюсь, выживешь. Так. Блин, для чего такие интересные медикаменты у меня? У них есть пояснение? Понятно. Окей. Может, сегодня барыга придет, было бы здорово. Я бы у него жрачки взял. Пару бинтов. Эйк. Ну ладно, не густо. Потянем пока, наверное, так. До утра там будет видно. Прям он сильно устал, капец. Чувствую, придется дедушке идти этой ночью на разведку. Брата особо немного. Куда это он? Все мы скучаем. А, понятно. Его еще учить надо. Это жестко. Икс. Ну-ка, иди радио дерни пару раз. Показалось, что как будто... Нет. Оу. Круто. Так, а чем он здесь может играть? Типа в прятки сам с собой или чё? А, вот там начертил эти прыгалки. Типа городки. Хм. Интересно. Однако. Жаль, нельзя маленечко ускорять время, было бы здорово. Или можно? Окей. Так.
устал, опечален. Все мы опечалены. Так. Воу. Я и забыл, что наверху еще есть. Офигеть, реально забыл. Хм. Ничего, да. Окей, а тут что? Тоже все, да, изведано. Понятно. Ну ладно, давай-ка вниз. Маленько погоняем тебя, чтоб ты чуточку устал. Тикс. Окей. А ты чё спустился вниз-то? Я сюда тебя посылал. Сейчас скажет, я не хочу играть. Так, интересно, какие у него мысли. Понятно. Так, какие у него мысли. Ха. Так, да бинты мы достали. Так вот, беда в том, что ночью, если нападут, жопа будет полная. Что там у нас? А, патроны есть, в принципе. Так что, должны... Если что, отбиться. В крайней мере, надежда умирает последней. Никто из них не успел к этому времени отдохнуть. Я имею в виду так прям стопудово. Няга. Окей. Тикс. 7-8 PM. А добывать у нас пойдет он. Я понимаю, что меньше, но что поделать. Так, ты, наверное, у нас на охране будешь, чувачок. Да, пусть она будет на отдыхе. Так, что у нас еще не посещено? Здесь уже давно идут занятия. Опасно. Малая обитель, опасность. Обители, опасные люди поселились. Ну ладно, попробуем. Чё? Написано, что там есть еда. А, возьмем с собой это, напильник. Ну и все пока что. На данный момент. Погнали. Я особо-то оружие не знаю. Возьму его, застрелят, блин. Как часто это бывает. Так, что там? О, бухло. Посмотрим. Ёшки-матрёшки, бандитов реально много. И они все пьяные. Блин, может и стоило, кстати, взять оружие. Вдруг бы я их завалил. А хотя нет, у него ствол. Крайне сомнительное мероприятие против ствола. Рисковать здоровьем. Пока заберем все такое, а там будет видно. Если что, поинтересней. Тикс. Вроде чисто. Черт. Хрен знает, где он зайдет, да? Рисковать не буду. Сейчас подожду. Фиг его знает, вдруг он поверху пойдет. О! Я ж говорю. Хм. Однако. Повезло мне. Иначе бы писец был. Так, наверху. И в комнате. Думаю, гадай по низу, есть кто, нет.
время идет. Все равно придется рисковать. Так, он наверху. Опа. Фиг знает, куда пойдет, засранец. Не предугадаешь. Типа вверху тоже риск. Начну шуметь, блин, и все. Черт. Так, вверх не пошел. Значит, это скоро пойдет. Только вот куда? Ладно, рискнем. Наверх пройти. О, на мать. Надо валить, короче, то сейчас зашмальняет меня. Понятно. Жопа, короче. Там ребята с пушкой, да, одного, по крайней мере, стопудово есть. Только если самому со стволом прийти. В надежде, что я смогу его замочить. А с другой стороны, какая разница? Если я не отобью, еды немного, но нам хана. Нас украли. Черт. Понятно. Все очень плохо. Так. Легко ранен, устал. Устал и голоден. Я в курсе, что на нас напали. Капец, нападение все чаще и все жестче. Иди отдохни. Ужас. Так, они решили поболтать, типа, да? Дедуля, кажись, ты пойдешь. Все-таки, как-никак. Остальные не очень-то в порядке. Маленькая это. Побухают. Так лучше будет. Для всех. Так. Он тоже ранен. Блин. Как все грустно-то, а? Сколько у меня еще патронов есть? Ни хрена нет. Если барыга не придет, то это вообще отстой будет полный. Кто такой чувак? Дверь была открыта. Жескач. Так, давай-давай, чуть шустрее. Здорово. Тик. Мы обменяем. Смотри, я предлагаю тебе вот эту всю хрень, которая не, по факту нормально не работает. Давай мне жрачку, бинт. Две конфетки. Так. Патроны есть. Круто. Давай столько, сколько сможешь. Здорово. Нифига себе, он практически все готов отдать. Это хорошо. Водички возьмем. Тоже побольше. Такс. Агась. И воду тогда. Пока он согласен.
Ну-ка, может, я что-то могу отказаться, например, по принципу. Смотреть. Ага. А, например, может, я готов мусор отдать. Устройте мусор. Устроит. Договорились. Идеально, все, пока, мужик. Так, ствол у нас есть. 5 патронов. Это очень даже хорошо. Это поднимает наши шансы на то, что мы можем маленечко их перебить. Так. Может, при помощи дедушки могу его? Да, отлично. Перебинтовать. Здорово. Дай ему конфетку. Я надеюсь, ему конфетку дал, а не консерву. Да, все хорошо. Окей. Знаю, успею я с ней поговорить или нет. Со всеми. Еще тех ребят надо, которые бухнули у меня. Покормить. Парнишке страшно было одному. Как раз таки именно им-то я и постараюсь сегодня пойти и перестрелять их бандитов. По крайней мере, выбора у меня нет. Только надежда на то, что все будет круто. Так. Поваляйся пока маленько в кроватке. Ну-ка, сейчас ее покормить, нет? Не, по-моему, она это не особо-то готова к еде. Ну ладно. Можно было, конечно, из конфеток что-нибудь сварить, типа похлебки. Это понаваристей будет, но в любом случае, они так из меня все измотаны. Изранены. Это еще одна такая ночь активная с нападением. Мне кажется, они погибнут. Это очень прискорбно. Очень-очень. Понятно, есть они не хотят. Блин, и жрачку-то оставлять нельзя. Блин, в том плане, что если ночью нападут, это первое, что заберут. Короче, мужик, иди сам ешь. Ребенок, наверное, не сможет, да, я не успею накормить всяко. Не, не успеют. Черт. А, нет, он может. Но уже поздно. Так, малая обитель. Дедуля. Бери ствол в руки и бой. Так, без вариантов в плане охраны, да. Ну что ж, была не была. Выбора особо у меня нет. Берем оружие. Надеюсь, мне повезет. В противном случае все будет очень... очень прискорбно. Так. Ждем. Ствол только я у одного видел. Возможно, у других его нет. А.
Окей. Чувак, обратно возвращается. Я еще ни разу не стрелял с пистолета. Понятия не имею, как это выглядит. Что из этого может получиться, но... выбора особого у меня нет. Было бы очень хорошо, если бы я это смог провернуть с эффектом неожиданности. Например, со спины. Если бы зашел. Было бы чудесно. Так, он курит как раз. Оу, полный отстой, если честно. Блин, хана дедушки. У них дробаш. Все. Жесть. Если честно, я думал, что... пистолет как-то будет поэффективнее. Черт подери. Жесть. Блин. Капец. Это очень все плохо. Но, увы. Блин. Бедный пацик. Теперь он в депрессии. Да, ребят, это очень прискорбно. Очень, очень-очень плохо. Я надеялся, что все-таки пистолет решит мою проблему. Я думал, смогу завалить этого гаденыша остальными. Так, ну, увы. Жаль, очень жаль. Ну ладно, ребят, на этой трагичной ноте я закончу. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, кому понравилось. Не забывайте подписываться на канал. Всем пока-пока.